КВН – это вам не шуточки, любит говорить руководитель единственной в области детской лиги КВН Андрей Машинкин. Житель поселка Арти – единственный в области человек, который имеет право проводить детские школы веселых и находчивых. При этом у ребят все по-взрослому. Я видел, как другие команды играли, и мне очень понравилось. Я люблю шутить сам по жизни. Как-то подумал, может заняться КВН. Рядом с маленькими КВНщиками их руководители. Они помогают, поддерживают и заодно оттачивают свое мастерство. Школа КВН – это классно, это долгожданно. Мы постоянно рвемся сюда, мы ездим сюда уже пятый раз, и результат действительно стоящий. На последней школе КВН «Биатлон» посвятили жанру «карапульки», который родился у знаменитых уральских пельменей. Карапульки – это маленькие песенки-переделки. В трамвае всем мешая, тетенька большая, заняв 5 сидений сидит. Я ее не знаю, крепко обнимаю и тихонечко прошу, уйди. Карина Кирогасян, Наталья Политаева, Интера ТВ.